Сегодня вот такой вариант. Отличная люстра. Получается у него вот такие вот круги. Он состоит из таких кругов. Вот. А вообще вот эта люстра имеется в очень большом диапазоне вариантов. То есть вот сейчас у нас получается бело-черная люстра. Она есть белая, еще полностью золотая. И куча вариантов с размерами колец. То есть вот эта люстра у нас сейчас с кольцами. Вот это кольцо 60 сантиметров в диаметре. Вот это 40 сантиметров в диаметре. Два кольца. Такая же люстра есть с кольцами. С тремя кольцами получается 60, 40, 20. Потом есть с одним кольцом всего лишь вот так вот. С одним кольцом 40 сантиметров. Вот то же самое с белыми люстрами, с золотыми люстрами. Я их сейчас покажу после этой, после того, как по этой все расскажу. Получается, из чего она состоит. Вот это у нас металл, покрашенный в черный цвет. По бокам идет у нас силикон. Вот, внутри у нас светодиодная лента по всему диаметру идет. Вот. Получается вот этот силикон, по бокам он светится. Подвешивается люстра у нас вот на такую часть. От потолка до вот этих колец у нас производитель сделал где-то метр, метр двадцать в длину. То есть каждое кольцо можно хоть как утягивать, то есть можно накренить его в один бок, в другой бок, можно ровно сделать, можно одно кольцо ниже повесить, выше повесить. То есть тут у кого, наверное, что фантазии хватает, так можно сделать. То есть люстра, можно сказать, трансформер, как вам захочется, так и повешайте ее. Вот, потому что вот эти вот части у нас получаются, вот на эти точки она, тросики идут. И каждый тросик можно утянуть хоть на сколько, хоть в ноль, получается. От метра с лишним, как производитель заложил, и можете утянуть вообще практически до ноля. У люстры имеется пульт, как обычно. Вот такой блок, который отвечает за смену режимов. Режимы у люстры... В трех световых режимах она работает: белый холодный, белый нейтральный и желтый. И яркость регулируется. Вот сейчас я вам включу и продемонстрирую. Вот. Прямо сейчас она заработала. У нас получается в желтом цвете. Я сделаю ночник. Смотрите, пульт нужно, когда люстру только купили, пульт нужно активировать. Активация производится вот этой кнопкой посередине. Так, я сейчас секунду выключу и покажу ближе. Вот на пульте есть посередине кнопка Wi-Fi. Она там такие в виде сигнала нарисована. Вот. Когда вы люстру только подключили, повешали, включили ее, получается, сюда поставили батарейки. Вот, и нажимаете вот эту кнопку Wi-Fi и удерживаете ее. Люстра поморгает 3-4 раза. Пока она моргает, нужно удерживать эту кнопку. И все, после этого пульт находится в рабочем состоянии. Сейчас я вам продемонстрирую. Нажимаю вот эту кнопку Wi-Fi и держу ее. Все, у нас люстра моргает. Все это значит, у нас успешно произошло подключение. И сейчас я могу режим менять. Сейчас я включил режим ночника. Это я желтый включил. Белый нейтральный и белый холодный. Вот. Все эти режимы можно менять ярче, тусклее. В общем, как захотите. Так. Так. Тускло сделали, поярче сделаем.
сделаем режим ночника. Такая получается люстра. По квадратуре они все рассчитаны где-то, вот, если конкретно вот эту люстру брать, она до 20 квадратных метров освещает. Вот. А другие варианты с тремя кольцами бывают, что они освещают до 25 квадратов. Если вот, например, люстра только вот с одним этим кольцом, например, 40 сантиметров, она может освещать только 10 квадратных метров. В общем говоря, нужно заходить в описание и смотреть, какие есть люстры и на какую мощность они рассчитаны. Сейчас я вам покажу еще варианты, какие у меня есть. То есть это у нас получается черно-белый вариант. Потом такая же люстра, только полностью белая. Она полностью белая. Такая же люстра с тремя кольцами, только уже бело-золотая. Поближе поднесу, чтобы было видно. Золото и белый силикон по краям. Вот, а здесь у нас получается белый металл и белый силикон. Она выглядит как полностью белая. В общем говоря, данная люстра существует во множестве вариантов. Нужно заходить в описание, смотреть, какие варианты есть в наличии. И уже из этого исходить. Вот. Ну и по квадратуре тоже выбирайте. То есть, в принципе, мощность, видите, можно сделать режим ночника, и она будет тускло светить. Можно сделать яркое свечение. Вот. Поэтому от там, 5 квадратных метров там, до 20, до 20. Квадратных метров эти люстры работают. Она очень легкая, то есть весит совсем немного, там уже 2 килограмм вся конструкция, все вместе, то есть не тяжелая, несмотря на то, что габариты получаются у нее большие.